Более 7500 единиц гражданского оружия состоит на учете в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому округу. Все они находятся под постоянным контролем инспекторов подразделения. Однако основная ответственность за безопасное обращение с предметами вооружения лежит прежде всего на их владельцах. Сотрудники Росгвардии напоминают, за небрежное хранение оружия предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. В соответствии с действующим законодательством оружие необходимо хранить в сейфе, металлическом ящике, запираемом на замок. Ключи от него должны храниться у владельца оружия в недоступном для посторонних месте. Владелец гражданского оружия обязан обеспечить сохранность предметов вооружения, исключить доступ к ним посторонних лиц, в том числе членов семьи. Важным аспектом безопасности как самого владельца, так и окружающих людей является правильное отношение к оружию как источнику повышенной опасности. Даже если вы уверены, что ружье не заряжено, недопустимо направлять его в сторону людей и в места их возможного появления. Перед тем, как поместить принадлежащее гладкоствольное, длинноствольное оружие в сейф для хранения, его нужно рассмотреть на наличие патронов в патроннике. В данном случае данное ружье отвести, снять с предохранительное, отвести затворную раму назад, убедиться, что нет патрона в стволе и в патроннике, отпустить, сделать контрольный спуск, поставить на предохранитель и убрать в сейф. Сейф закрыть на замок. Причиной несчастных случаев и происшествий, приводящих к ранениям и гибели людей, может стать не только небрежное хранение, но и утрата оружия его законными владельцами. Случайно найти его может как опытный злоумышленник, так и неопытный ребенок. Стоит отметить, что большинство утрат оружия в Ненецком автономном округе связано с нарушением требований транспортировки и ношения оружия при движении на водном и снегоходном транспорте. Утрата оружия влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, вплоть до уголовной. Поэтому в случае утраты необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Росгвардия и полиция принимают все необходимые меры для розыска утраченного гражданами оружия и профилактики происшествий. Однако эффективность этой работы напрямую зависит от соблюдения закона владельцами. Еще Джордж Вашингтон говорил, что свободные люди должны быть не только вооружены, но и дисциплинированы. Ирина Никишина, Сергей Шарун, телеканал «Север».